Привет, друзья! Программа «Стиль жизни» вместе с вами на ТВ3+, и я Марк Анатолий Эль. Новый сезон, ну и, конечно, главные праздники жизни. Эстония, Таллин, Копли 25, Марена. Новое мероприятие Red Rose Party. Только стильные и модные, как всегда, меня окружают. Будем петь и танцевать прямо сейчас. Сезон и новая вечеринка Red Rose Party. Ну а рядом со мной Саймон. Hi. Hello, my friend. How are you? I'm fine. And how are you? Very good, very good. Having fun. You know, it's the new season and it's new party. So what kind of party is that? A Red Rose Party? Today we have a Latin party with Latin DJs, Latin environment. So what we try to do is take the people to dance, even when it's cold and rainy outside. Well, we have a abanic of things. We have a Latin food, we have a really good drinks, we have good music, nice environment, good decoration, chill out. I think it's everything what you need. Ну, как все-таки здорово, гости поют и танцуют, но а наши легендарные пожелания? Good winter, enjoy the season, come to Estonia and visit us for of course. Ой, but hopefully it's still not a winter, it's still summer here in Marina. Inside always. Yes, stay with us on TV3. Праздник жизни здесь, Марена, продолжается, и общение с гостями. О, прекрасная Алена, привет, здравствуй. Здравствуйте. Как я вижу, вы заранее подготовились, у нас совпадает дресс-код. Мы в черном, но главная отличительная черта – это красная роза. Настоящий композиционный центр, и это прекрасно. Почему нужно прийти в гости именно в это заведение, в Марена? Ну, начнем с того, что здесь такая атмосфера. Посмотрите, пожалуйста, все танцуют, веселятся. А как вы думаете, нужно заранее готовиться к таким вечеринкам, подбирать дресс-код, мейкап, прически, ведь это так важно? Обязательно, да, чтобы все совпадало, чтобы все подходило, чтобы розочка хорошо сидела. Ну, а самое главное, в чем секрет этого заведения? Ведь это на самом деле Латинская Америка. Наверное, в этой самой атмосфере Латинской Америки, которая нам эти люди, которые здесь работают, которые организуют это мероприятие, дают. Но я знаю, что это не первая, не последняя вечеринка Red Rose Party. Обязательно приходите и попробуйте. Ну а для того, чтобы у нас было потрясающее, яркое настроение, ваши пожелания в страны Балтии. Желаю такого же яркого, сочного настроения, как у нас. Танцуем и поем вместе и прямо сейчас. Все-таки здорово, что такие праздники жизни посещают и яркие, сенсуальные гости. О, прекрасная Марго, привет, здравствуй. Здравствуйте. Ну, во-первых, здесь играет мой друг Вальдемар. Я пришла его поддержать, хочу послушать его музыку. Он очень классно играет. Здесь можно провести время с компанией, петь, танцевать, услышать диджеев. Ну, а самое главное, насладиться настоящим гастрономическим искусством. Хочется услышать ваши пожелания в Эстонии, в Латвию. Желание тепла, даже если холодно, то на душе должно быть тепло. Наслаждаемся праздником жизни. Тепло и жарко именно здесь, на празднике жизни в Марена. Ну что, поем и танцуем, Марена, на празднике жизни, общение с гостями. Чао! Ну, расскажи мне, как дела, какая атмосфера? Väga tore tunne, ma olen esimest korda siin ja sõber kutsus mind siia, see on sõbra koht ja väga meeldib see koht. Üks põhjus on inimesed, kes siin käivad vabalt, suhtlevad, hea energiaga. Teine põhjus on see kokteilimeister seal baaris.
ja kolmas põhjus on see, et siin saab tantsida. Armastage, elage tänutundes ja hoidke üksteist ja aidake. Ну и, конечно, будьте с нами на ТВ3+. Общаемся с гостями о прекрасной Гретте рядом со мной. Чао! Hello! Ni, ni toresin da. Kuidas sulle meeldib siin olla, Marinas? Mulle väga meeldib siin olla. Siin on väga lahe olukord, vibe, väga lahedid inimesed. Meil on väga lahedad DJ-id Kuubalt, kaks tükki. Ja lisaks on meil esinejad Afrobeatsi stylist. Ja meil on väga ägedad tantsijad, kes lihtsalt tantsivad terve õhtu siin samas Morenas. Kõik on väga äge. Siin on kõik, siin on väga vaba olemine, siin on lahe, positiivne energia, kõik mida muud väljaspool siit ei leia. Et täpselt sellepärast peaks kõik siia tulema. Ma soovin kõikidele ainult positiivset energiat, lõbu ja that's it. Tantsime meiega koos kus TV3+. Праздник жизни Red Rose Party в самом разгаре. Ну а рядом со мной главный диджей Вальдермар. Эй, hey, good evening. Good evening, sir. How are you doing? I'm good. How are you? Yeah, perfectly good, man. I know that you live in the Missouri. Yes, facts. So, and how you feel to be here? It's like new place and new party in Marina. Yes, it is an amazing place. We wanted to share a lot of love with people and then we found a place like this because it has a lot of Latin vibes, you know. I'm Latino as well. I'm from Cuba, by the way. Yeah. And I sound Latino. I love the vibe of the place. And then we wanted to do something beautiful for people. There is a secret for you. If you want to listen to the type of music I play, you just need to come to our party. As simple as this. But I have the right music for people. You know, I like to read the community and I like to see how they're doing, you know, and I bring the perfect music for them to dance. The heat from the summer, which you are missing already outside because summer is gone, we Latinos have it for you over here, so please come to Morena. We have the proper heat for you, you know. Yeah, we will dance here exactly in Morena. And what you would like to wish to all Baltic countries? Well, indeed, I want all the Baltic countries exactly because it is in a specific area of the world to gather together. So you're always welcome to our parties wherever we are. We are Heaven's Heaven, by the way. You can look for us in Instagram as well. This is a perfect place for finding the best party for you with the right heat which you need. Yeah, and stay with us on TV3. Thank you. В самом разгаре, но это далеко не все, что мы хотели вам показать. Прервемся на небольшую, но как всегда, сильную паузу. После этого ретро-спарти продолжится. Так что оставайтесь с нами и не переключайте ТВ3+. Ты все.
Новый сезон – это новые модные тенденции, конечно, новые вечеринки в Марина. Ну а рядом со мной главный редактор журнала Lifestyle of Baltic Александра. Привет, здравствуй. Привет, добрый вечер. Сегодня классная вечеринка в Марине. Она называется Red Rose Party. Все в черном, но некоторые с красными розами. Супер сочетание латинских ритмов и вкусов. А еще больше про это место, которое уже становится, кстати, культовым, можно узнать в нашем зимнем новом номере журнала. Напомню нашим телезрителям, что Марена находится по адресу Копле 25. Ну и, конечно, все дороги в новом сезоне обязательно приведут вас именно сюда. Ведь осенний и летний сезон уже позади. А так хочется, чтобы всегда было тепло, жарко и всегда светило солнце. В нашем холодном климате это реально самое жаркое во всех смыслах место. Поэтому в зимний сезон только тут. Итак, зимний сезон не за горами, а мы поем и танцуем здесь на новой вечеринке Red Rose Party. Спарти в самом разгаре. Ну и, конечно, наше любимое общение с гостями. София, привет, здравствуй. Здравствуйте. А какая сегодня атмосфера? Сегодня очень теплая, веселая и красивая атмосфера. Очень хорошая музыка и очень приятно. А почему именно все в новом сезоне должны оказаться в Марена? Потому что очень приятное расположение и можно проводить тут время с друзьями. Ну а для того, чтобы проводить время с друзьями, что нам нужно? В первую очередь, отличная музыка, хорошая компания, а еще услышать сейчас свои пожелания в Эстонии, в Латвии, как всегда. Любите себя и не думайте, что другие о вас считают. Ну и, конечно, будьте с нами, как всегда, на ТВ3+. Со мной один из представителей Парейго. Чао! Тере-тере! Ну что, новый сезон, новая тусовка. Что здесь сегодня происходит? Тена у меня костюм с Панчата клубом. Он, ütleme niimoodi, sügisooja avaüritus. Esimene suurem üritus, mida me teeme. Loomulikult see nii-öelda soe hooaeg sai läbi, külm hooaeg on algamas, tahaks ikkagi kuumas rütme saada, siis Marena on see koht, kuhu tulla. Mängivad DJ Valdemar, kui olimata sellest, et mõlemad on Bachata klubi resident DJ. Mõlemad mängivad väga häid rütme, oskavad liikuda ja loomulikult panevad rahva ka liikuma. Ну, мой любимый вопрос, почему нужно в новом сезоне прийти в Марину? Eks te sellest videost ise näete, mis siin toimub. Kui tahate sellest osa saada, siis me oleme siin. Приходите и, конечно, насладитесь праздником жизни здесь и сейчас в Марина. Самое интересное, ведь рядом со мной главный организатор прекрасной вечеринки Red Rose Party. Чао! Hello! Tere! Usku matupidu! Jaa, vaadake, meil on roosid, meil on tantsud, meil on melu, meil on melu. Mis see tähendab Red Rose Party? Red Rose Party on põhimõtteliselt üks kujund, mis esindab Heaven's Heavenit. Heaven's Heaven on organisatsioon, mis oleme meie, kes tegid selle peo. See pidu on DJ-d, tantsijad, show'd, mängud, animatsioonid, kõik nagu koos. Ja alati, kui me teeme pidusid, meil on see element, mis esindab meid. Ja täna ka see pidu on kõikidele, kes tahavad midagi eksklusiivsemat ja mingit pidu koos programmiga. Ja just, võt, see ongi meie. See koht on keskendunud ladina maitsetele, muusikale ja ka meie DJ'd on väga ladina pärased, nad on pärit Kuubalt.
Nii et see läheb täpselt kokku meie vaibiga, mida me teeme. Just igas inimene tahab tunda midagi suvist, midagi ladina pärast, midagi maitsekat ja see on täpselt see koht, kus sa tuled ka talvel, et tunda nagu sa läksid puhkusel kuskil soojal maal. Не нужно никуда отправляться в отпуск в теплые страны. Достаточно прийти в гости в Марина по адресу Копли 25. А сейчас твои пожелания в Эстонию и в Латвии. Ma soovin, et kõik naudiksid oma elu ja kogu elu on pidu. Oh, pidutseme ja tantsime kõik koos, kus TV3 Plusis! Пролетает как одно мгновение. И на сегодня это все, что мы успели вам показать. Подписываемся на Instagram и канал YouTube. Еще больше информации вы найдете в новом номере журнала Lifestyle Baltic. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю и продолжим наши увлекательные праздники жизни, как всегда, на ТВ3 Плюс в программе «Стиль жизни». Пока! Keegi ikka vastu tuleb.